Can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. She get me out on life, bro. That bitch don't wanna be friends. I give her this, she a man. She put her 10 on my dick. Just got a pun at a booth. But that shit straight to the booth. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мое новое видео-шоу. Сегодня мы с друзьями выбрались в центр. Сзади меня виднеется Гулливер и Парус. Это практически центр Киева, в общем-то, Арена Сити. Место, где обычно все тусуются, веселятся и происходит полный трэш. Но сегодня мы собрались не для этого, а как вы, наверное, уже догадались, мы собрались для паркура. И, кстати, сейчас я нахожусь неожиданно на крыше, потому что до этого видели в основном паркур на земле, но сейчас будем тренироваться на крыше. Здесь есть одна связка, куда я лазил очень много раз. Это просто лютейший баян, но она здесь очень хорошо подходит и играет, в принципе, для паркура, потому что есть прикольные переходы и крыша длинная, что в Киеве редкость. Да и плюс она практически вся ровная, поэтому думаю, что-нибудь прикольное мы сегодня вам придумаем. Друзья, усаживайтесь поудобнее, берите чаек, печеньки, ставьте лайк и погнали смотреть мой видеоролик. У нас тут запал. Охранники нас показывают. Чуваки, в общем-то, снизу уже ожидает охрана. Они показывают наверх. Видимо, мы слишком долго тренируемся. И у нас запал. Так что сейчас, возможно, будет побег от охраны с элементами паркура. То, чего вы ждали. Посмотрим, они стоят еще снизу или нет. Да, вон охрана. Охрана уже вызывает кого-то, возможно, полицию. Так что, чуваки, предлагаю лететь. Дайте спуститься. Давай. А я сказал. За шпильки меня не бери. Я заново возьму тебя. Ты легко выйдешь. В смысле? Заново спину скажу. Рассказывайте. А что я вам сделал? А? Дайте я хоть вещи заберу. Идемте с нами. А что нет? Damn, he's so real, he's so honest, he's so on a man of steel in his office, but he's probably outgunned, and you're probably fucking right. I fucking love tonight, and you're probably out of sight, so I'll probably live your life. Погнали вниз. Снизу будем убегать или разбираться? Убежим. Погнали вниз. Хочешь убегать? Ну сейчас спустимся все вместе, чтобы были на земле. Дальше решим. Давайте не убегать. Давайте с охраной поговорим. Поговорим, как мы решим. Короче, пошли. Готовы? And I think it's Friday night, can go out and slash some pussy.
with your cash and get your rags. It's the fast lane, dude. You won't last, you won't last, you won't last a day, fool. Remove your mask, remove your mask, this ain't a masquerade. Ooh. Damn, you so flaky, you so flaky. I see snow, you're mistaken, and your hating ass is getting really up. Yeah, you're probably fucking right. I fucking love this night, and you're probably out of sight. So I'll probably cuff your wife. Не, ребят, подождите, дайте слезть сначала нормально. Смотрите, давайте вы... Влад, на ту сторону. Ну хорошо, на ту сторону, только... На ту сторону, Влад. Окей. Влад, Влад, на ту сторону. Руками. На ту сторону. Я же руками только не трогайте. Я тебя руками не трогаю. Ой. Я же сказал на ту сторону. Да что, важно. Важно. На ту сторону. На ту сторону. Я тут не понял. Я сказал на ту сторону. Окей, окей. Важно. Окей. Хорошо, слушай, я пойду. У нас же есть связки, правильно? Да. Отлично. Ну что, полицию вызываем? А что, в чем проблема? Все, сейчас полицию. Паркуем, я тут занимаюсь. Можно? Что ты на Гулливере видишь? Паркуром занимаешься? А? Да. На Гулливере уже были. На Гулливере были уже. Ваш охранник только что меня вообще-то за шкирки взял. Это законом наказуемо, знаете? Это законом наказуемый, ты не... Ну давайте разбираться, я ж не против. Вот так вот, охрана. О, кстати, давайте, не хотите посмотреть наше видео? У нас очень годный контент на ютубе. Не, да, не, мы просто спортсмены, серьезно говорю. Ну так видите, мы вас мотивируем спортом заниматься. Да стойте, так подождите. Мы вас мотивируем Почему я должен заходить с вами? Заходите в будку, я сказал. Так вы вдвоем, алло. Заходите в будку, я сказал. А чего вы со мной сейчас так разговариваете? Присядьте себе, он другой. Почему вы со мной так разговариваете? Я тебе сейчас разговор. Я вам что-то делал? Я вам что-то сделал сейчас? Чего вы так со мной нагло разговариваете, алло? Нормально же говорили. Ой. У вас здесь вообще-то душно. Ничего, ты задушно. Так а если я астматик? Ничего, астматики дай покрышек не ладят. Ну, смотри. А если я спортом занимаюсь? Ну, я с батюшкой занимаюсь. Не, так можете хотя бы чуть-чуть приоткрыть дверь, я отойду дальше. Я сейчас открыл. Я серьезно, просто приоткройте, типа, я вот, я здесь стою, типа, ничего не делаю. Я тебе серьезно. Потому присядь, что мне жарко. Окно, присядь. Ну, потому что жарко, я серьезно. Можешь присядь, я за открыть окно. Ну, хорошо. Ты присядь. Я не, я буду стоять, мне так удобнее.
Я ж ничего вам не сделал. Что ж вы тут были, ребята? А? Что ж вы тут были? Да. Где здесь были? У тех переплетах. В каких переплетах? У тих. Присядь, присядь. С охраной разбирались? Так что, давайте полицию вызовем, составим, что там, протокол, как это делается. А то у вас там есть агрессивный охранник один. Хлопці, так не надо наглить. Раз уже попалися, значить надо не втікати так, як ви втікаєте. Ну, блін. Ну, блін, от блін. То смотрите, чого, я от вас... ти нічого не боїшся. Я от вас убіжав. Так ти нікого не боїшся, то чого ти? То правильно, ти не убіжав. Ну, так а що тогда? А ти два геройчики, блядь. Ну, що пусть убігають, це їх діла. Я ж за них не несу ніякої відповідальності. Я ж за них відповідальність не несу, типу, я не убіжав, я от, с вами здесь. Присядь, перекури, отдихни. Ні, я не курю. Молодец. Просто что за шкирки хватать? Мы на крыше занимаемся спортом. Я знаю. Охранник берет нас и вот так вот хватает прям за шиворот. Понимаешь? Мы, блядь, через вас приебали пів зарплати, блядь. Почему? Так вот а почему? Вот, через подожди. Таких хуев, как ты, что тут так платят. Это через кого-то, а не через меня. Туда полис вообще. Це здание під охраною. Ну я понимаю, мне захотелось. Мне захотелось, там, захотелось. Мне захотелось позаниматься спортом. Я тебе, а что ты на Гулливер не лезешь? Я был на Гулливере. Ну лезь. Ну так, что не так? Чего со мной так разговариваете? Я ж вам ничего плохого не сделал. Конечно, ничего. Чё, ты хорошо. А хорошее, что ты сделал? Хорошее? Я много чего хорошего сделал. Я мотивирую людей заниматься спортом. Да, ну так и ты занимайся. Я же сказал, чёрт, ты не ляжь на закинутый спорт. Иди на место занимайся. Делаем. На Днепром иди, занимайся. Есть специальная площадка для этого. Мы делаем, и специальных площадкой занимаемся. Я вам ничего плохого не сделал. Ну ты будешь зараз рассказывать. Полиция, я знаю. Я просто питания мало, знаешь. Ну я ж ничего против не имею. Вызывайте полицию, я здесь. То есть я. Вот сюда. Я законопослушный гражданин, который несет ответственность за себя и охрану. То есть за своих коллег. Я уважаю вашу работу, вы молодцы. Я тебе кажу, что. Иди сюда, куда ты пішов, Паша? Я вас сломал. Ну вот. Я никуда не иду. Якби ти був законопослушний громадянин, то що? То ти би не ліз на здання і не це. Це законом не запрещено. Я розумію, що законом не запрещено. Ну, так давайте поліцію визовемо, серйозно. Ну, типу, я не проти. Дзвонив поліцію? Я дзвонив до Мін'юсті. Так а що, поліцію давайте визовемо? Зараз, подожди, зараз візьмемо поліцію. Зараз визвали вже поліцію, зараз поїдемо. Я ж вашу роботу я повністю уважаю. Ви ну, хорошо виконуєте. А ми твою не вважаємо, тому що ти. Так а я подождіть. Нарушив громадський порядок. Почув, який громадський порядок? Який порядок? Я чо нікому. Чого ти виліз туди? Мені захотілося там позайматися на крыше спортом. Для того є спортзал. Я хожу, не ми залезли по прямой, вот лестница есть. У нас есть видеодоказательство того, що ми просто залезли наверх по лестнице. Никаких дверей ми там не ломали. Ну это же не первый раз уже. Ну так я ну, первый раз на этой крыше. Мое предложение, значит, сфотографировать сломанные замки и так и там, бля. Вызвать ментов, пишите заявление от своего имени. Пусть ну, смотрите, проблема... Не хуй смотреть. Не, так хорошо, то есть давайте что так, смотреть, у, меня есть у меня есть видеодоказательство того, что вы ничего не ломали. Ну уроды, блядь, хули такое доказательство может быть, блядь. У меня видеодоказательство того, что мы ничего не ломали. Ну, будешь доказывать, что ты не ломал. Ну хорошо. Если тебя там словили. Ну, я же говорю вам, это спорт. Мы занимаемся спортом, мы занимаемся паркуром. Свободное ну, передвижение по пересеченной местности. То есть это меня. Нормально. Есть для чего у вас эти... Залы спортивные? Мы ходим в спортивные залы. Но иногда ж нужно... Не, а чому вы лезете на здание? От чего? Ну это же тоже интересно. Ну что тебе интересного? За одно кругу. Бо ты, пидорас, я ставишь видео, блядь, у цей, блядь, як воно, блядь, у YouTube, я там фотографировался. Да нет, я ж говорю... Ти знаєш, парень, а ми, поки міліція приїде, ми зараз зробимо твоїм же маслом. Каким? А зараз подивимось. Ну зараз сядемо, що обнімемося, блядь, сфотографіруємося, а він напише рекомендацію і в YouTube. І в YouTube. Миш, ти ж там заробляєш гроші. Заробляєш гроші, заробляєш. І кинемо разом в інтернет, як ми заробляємо гроші. Садись, Паша, коло цього. Сідай! Знаменитость наша. Здравствуйте.
Вы не кто? Будете со мной здороваться? Ну ладно. Вы кто? Фамилия. Мы залезли посмотреть вид и заняться, ну, спортом позаниматься. На крыше. Ну да. А если бы голову скрутили? Собей. Не скрутите, мы профессионалы. Профессионалы? Ну, я профессионалы знаю, уже в могиле лежать. Не, ну спортом занимаемся профессионально. То есть это ж не просто, то есть мы залезли на крышу и все. Вы кого-то дозволу пытали? Не спрашивал. Ну это закончилось бы, ну, чем? То есть ничем. Як проводяться взагалі такі мероприятия? Знаєте? По інструкції. Ви маєте в виду, то есть за разрешение получить на это все. Дальше. Ви врач? Ні, я не врач. Нет. Серед вас був врач? Ви маєте в виду получити медицинское заключение того, что я, например. Серед вас був інструктор? Инструктор чего? Инструктор по, да. По паркуру? Да, да. Да, я и мой друг, мы занимаемся этим профессионально. Инструктора? От такого посвящения не выдают просто. Значит, мы тренеры. Ну не называй себя тренером, потому что должно быть посвящение. Ну этого посвящения просто я понял, хорошо, да. Вот, у вас всего ничего не было. Угу. Вопрос. Зирвані замки были того разу. Ну, я первый раз на этой крыше, поэтому не наша. Есть видеодоказательства того, что мы ничего не ломали и пришли с целью заняться спортом, ничего не ломая. Мы ничего не ломали, мы нормальные, адекватные парни. Ну, это вы так считаете? Так, ну... Вот из Министерства социальной политики уважают иначе, которые телефонировали на линию 102. Ну, я понимаю, но мы ничего не ломали, то есть мы просто аккуратно пришли позаниматься, опять-таки, спортом. А где еще хлопцы? Убежали. Телефонуйте. Ну, типа, я думаю, что трубку не возьмут 100%. Ну, то есть вы же понимаете, что если... А ты больше за стукача, потому что посчитают. А, не посчитают, просто я вам еще раз говорю, что они не возьмут трубку по-любому. Что в рюкзаку? Показывать? Да. Давайте. Это крепление для камеры. Наушники. Не, ничего нет, видите. То есть он пустой, можно перевернуть, типа, вот так вот. Карманы. Сейчас покажу, 3 секундочки. Карман. Ну, давайте. Ну, билетик, денежка. Карточки, типа. Ага. Ну, доставай с кармана, чтобы пустый был. Выкладывай. Все, больше ничего нет. Ну, телефон, вот. Все. Честно говорю, ты зараз уже не думаешь про это. Нет, так... А когда кости переломаю себе, тогда будешь... Ну да. Давай, гуляй, затримать. Мы, в принципе, немає за что. Замки ты взрывал? Нет, я же говорю, видеодоказательство того, что мы ничего не ломали, ну, есть. Дивися, ну если вы что-то такое робите, значит организовывайтесь. Пишите в регистрационную службу, регистрируйтесь. Официально регистрируйтесь. Да, да. Отримуйте посвящение, узнавай, где оно это проходит. Есть, может, якась, все-таки спортивная якась организация, которые выдают эти посвящения. Организовывайте свою группу. Вот. Але мы все проводится чисто официально. Ну да, я вас понял. Офіційно. Не так, як ви захотіли, я от прийшов. Угу. Повинні бути інструктора, декілька, повинні бути лікарі для цього. Ну і да, я вас понимаю. Тобто я примерно ознакомлен з тим, як це делается. Ну то есть, я можу це узнати в інтернеті. В інтернеті да. Все є ці. Обратіться в, я не знаю, зараз воно существує чи не существує, ФСТ Динамо. Угу. Може, можливо, вони вам допоможуть. Ну самоправно так не робіть. Потом будет на вас вертать. Ну я помню, не просто. Я думаю, что мы в останній раз бачимося. Ну, я тоже, наверное, в такой надеюсь, ситуации. Да, але да. В майбутньому, якщо ви спортсмени, да, я бажаю вам удачи. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Извините вас, пожалуйста. Извинения за подлежание туда. Друзья, наверное, вы все задаетесь вопросом, что же с Алексом. В общем, я ему звонил несколько раз, наверное, раз 5. Он написал мне смс-ку, чтобы я зашел в Телеграм. Давайте посмотрим, что здесь. Так, он говорит, что все нормально.
Сейчас отпишем ему. Вот. Все норм, с охраной тут болтаю. Сейчас полицию жду. Я ему написал: блять, сможешь выйти, мы вытащим. Он пишет: нет. Я спрашиваю: отвлечем. Пишу, ну, предлагаю ему, чтобы мы отвлекли. Он говорит: полиция уже. Я говорю: давай попробуем. Он пишет: нет. В общем, Алекс не хочет выходить. Я ему предлагал, чтобы мы как-то отвлекли охрану, но он говорит, что типа они его заперли и уже едет полиция. Надеюсь, он тоже вам снимет, как приехала полиция, и вы увидите эти кадры. Ну, я уверен, ему ничего не сделают. Правда, обидно, что он не сбежал с нами. Вот, но, в общем, когда встретим его, обязательно обо всем расспросим. В общем, Алекса с счастью отпустили. Он вернулся к нам. I'm falling in, I'm falling down. Ты жив? Нормально. Наручники где? Нет. Тебя не побили, да? Сейчас пойдем пизды дадим за тебя. Не побили, у меня все на камере. Все нормально, да? Ты снимал? Да, бля, я все снимал. Короче, расскажи вкратце на камеру. Вкратце, блядь. Короче, когда вы убежали? А, кстати, ты видел этот момент, когда Ярик побежал, он же обернулся, чтобы мы уже не убежали. Я такой: да убежать? Нет. Ты такой: попробуй. И такой: хуй. Я, понимаешь, после того, как ты начал дергаться, ага, другой охранник меня взял, получается, и в комнату засадил. А, здравствуйте. Здравствуйте. Нажмите, пожалуйста, на паузу. Ладно, я вас не снимаю, окей. А, так он снимает меня. Я просто вам рассказываю историю, извините. Для того, чтобы снимать здесь, нужно иметь разрешение. А если мы развернемся на три? Пожалуйста. А, сори. Пацаны, давай сюда. Короче, самое веселое, что было, это был просто, блядь, пиздец. Я думаю, все, вот сейчас точно мне пизды дадут, потому ага, что он звонит кому-то, чего говорит: ну все, заходи сюда, сейчас мы с Алексом поступим так, как он поступает с нами. Серьезно? Да, я такой типа: интересно, что начинается. Они взяли со мной, сфоткались, блядь. Серьезно? Они просто втроем сели, со мной сфоткались. Типа, и все, блядь, сказали: ну вот на Фейсбуке будет фотка с тобой. Я говорю: блядь, без вопросов, окей, подпиши только меня. Все, блядь. Ссылочку в Инстаграм, да? Приехала полиция. Ну подожди, охрана вообще бомбанула, когда вот мы сбежали, да? Сильно у него подгорело. Они так матерились. Подгорело, да, у них? Приехала полиция, я сказал: блядь, наконец-то. Они проверили мою сумку, карманы. Кто я, как меня зовут, все. Ты дал правильные данные, да? Да, 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 потому что не было смысла, то есть, там. Они просто сказали... Типа, спорт есть спорт, все, да? Да, типа, спорт, он не запрещен, по крышам больше не лазьте, закона вы, в принципе, не нарушили, потому что, да, мы живем в Украине, и у нас это просто не запрещено, то есть мы легально, практически легально залезли на крышу, потому что там не было ни колючей проволоки, да, ни пожарка, надписи, да, что лазить нельзя, потому что пожарная лестница. Он просто сказал, типа: ну, если вы в следующий раз думаете такое сделать, типа, пишите заявление, оформляйте это как мероприятие и все делайте легально. Я сказал: хорошо. Мы пожали друг другу руки, распрощались. В общем, все хорошо, что хорошо кончается. Если вам нравится данный видеоролик, то, блядь, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на все наши каналы, ссылки будут в описании. И ждите нового.